But just me and my good friends jug a wild little sip out here, baby, you just never know. Yeah, these are the days of gold. Well, it's a southern summer. Whiskey's in the air, dogs on the burner. Beer's ice cold, got it for a little later. Oh, 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 southern summer. And that sun shining down like daddy's silver daughter. Gotta hop on the old dirt road of the days of gold. Вячеслав Кузьмин, АБМ. Курдистан, давайте подивимося. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottom. Bell Bottom. Yeah!
просто взял и сменил. В'ячеслав Татарін, гравець команди Ring Ukraine. В'ячеслав, як, що з командою сьогодні сталося? Я не знаю, що. Ну, реалізація. Наразі все-таки є проблема з защитою. Уходимо все вперед, ніхто не возвращається. Будемо отрабатывать на тренировках. Ви взагалі тренуєтесь чи? Є одна тренировка в день. Со следующей недели, где-то, наверное, ну, через неделю будемо вводить уже спальники. Со сбором проблема опять. Сейчас люди, ну, отпуска, люди поуезжали, и на тренировки никто не ходит. Так, ну, ну это ж, скажем так, да, не профессиональная лига. То есть мы можем людей заставлять, поэтому... Ну, стараемся набирать. У нас еще один круг есть. И мы первый раз в сезоне, поэтому я думаю, что все еще впереди. А плануете, можливо, еще кимось підсилитись, чи, можливо, навіть тренера собі найти? Конечно. Под вопросом. У нас просто есть достаточно квалифицированные игроки, которые могут тренировать команду, в принципе. Просто сейчас мы этим якобы не занимаемся, потому что мы сейчас в основном упор идем на подбор игроков. То есть, если замечаете, у нас постоянно разные игроки, у нас заявка достаточно большая, кто-то приезжает, кто-то не уезжает и чередуется. То есть нет такого-то наигранного состава, это проблема. Будем стараться, будем работать над собой. Отдельно хотел выделить команду Курдистана, надеюсь, они не обижаются, потому что ну, достаточно жесткие стыки были. И, ну, мы все-таки здесь футбол играем, да, а не Волнаду, поэтому я надеюсь, что все мирно, тихо, спокойно. Ну, в любом випадку, я вам бажаю удачи в наступных поединках зі зборами і з підбіром гравців. Спасибо.